Остался один день до похода на Ладогу. Собираемся. Посмотрите на вот эти вот замечательные катышки, которые завтра поедут с нами. Самый большой катышек это... Черт. Это коврик, самодувающийся коврик. Катышек поменьше это спальник. И два самых маленьких катышка это не пром, без которого нам будет совсем тяжело, потому что обещают отвратительную погоду в виде дождя, местами переходящего в снег. На севере Ладоги такое возможно. Ну, посмотрим. Завтра увидим. Погоня за Юрой. Наконец-то мы с ним встречаемся. На болтах. У нас 25 минут до того, как нужно прибыть на финиш. Включаем мигалки и рвем по встречке. Нам кажется, чертовски повезло с погодой. Дождя пока нету. Подходим к электричке. Юра уже здесь. К полудню мы добрались до Выборга, который нас встретил дождем и каруселью. Сейчас закупаемся и едем дальше в Монрепо. Только что въехали в погранзону, въезд в которую по каким-то строгим пропускам. Пограниц спросил, куда мы, сказали, туда, в Приозерск, и проехали. Прикольно. А еще у Юры начал разваливаться велосипед, педаль отваливается. От города... От дома, не считая электрички, мы удалились на 30 километров всего. А впереди еще несколько сотен, а педали уже почти нету. Останавливаемся периодически искать какие-нибудь инструменты у кого-нибудь. Шансов купить нету. Есть всякие запчасти, но непонятно, можно ли из них найти что-нибудь подходящее. Например, вот такая вот самоходная херня. В принципе, сиденье есть, колеса есть тоже. Можно оттуда позаимствовать или прямо на этом ехать. Пойду скажу Юрке, может одобрит. Похоже, что это завершение нашего доблестного пути. Совершаем мы его вот так вот, ковыляя обратно в Выборг. До Выборга еще километров 30. Юра мужественно делает все, что может, но может он совершенно немного. Удачно посадил на автобус. Надеюсь, он таки доедет до Выборга. А я сейчас продолжаю возвращение своим ходом. Началась заварушка. Пошел дождик. На компьютере 64 километра. Я говорю, на компьютере 64 километра, мы все еще в Выборге. Я снимаю на видео. Твой шатун. Мой шатун в помойке лежит, надо было раньше снимать. Пока я тут с ниточкой на одной педали херачил через весь Выборг. На автобусе. После автобуса я весь выбор херачил. Поехали. Как мы завтра будем выбираться отсюда? Так, мы не встретили еще ни одного человеческого трупа. Слушай, значит, мы обогнем озеро, выйдем на трассу и поедем в Приозерск. Я там знаю отличную лодочную станцию. День второй, начало утра. Вчера мы прошли 88 километров. Сумели починить педаль.
и продолжаем движение в сторону Приозерска. Сейчас 9 градусов, плюс 9. Идет дождь беспросветный. Палатка промокла, вещи промокли. Готовится чай. Мы его попьем, попьемся дальше. Чай почти закипает, потому что в него льет дождь. Йоблов проснулся, да? Йоблов, когда мы палатку под дождем херачили. Жрать готовили в немыслимых условиях. А мы продолжаем. Спали в луже. Ну, кто-то из нас. Да, кто-то был мокрый, а кто-то спал в луже почему-то. А что, снимаем, да? Снимаем, да? Да. Сейчас. Меньше букв. Можно поехать туда.